поднимаюсь вверх по лестнице. Пока отходишь. Полевой. Пускай будет поэт. Они разделились на две группы и поднялись по обоим одновременно. Ваш Макс сказал, что здесь, он провел на магию, сказал, что здесь ничего интересного нету и в наглую пошел. Там дальше еще есть из этого коридора. А, ты что-то сразу не сказал. Нифига их тут. А маг куда пошел ваш? Он наверх или да, пошел? Да, он наглую пошел на лестницу, коридор его не интересовал. Макс сказал, то, что в коридорах нет ничего интересного и выгоднее пойти наверх. Я заглядываю в коридоры и Detect Magic ничего не показывает, да? В коридорах тоже нет магии. Ну так сходу, да. Ну им бы туда отправить быстренько. Видно, что, видно, что коридоры эти чем-то заканчиваются. Есть Dark Vision? Есть. У тебя нет. Ну у меня как у гнома low level. Low line. Это другое. Да, low line. А Тоби видит? Тоби, да без проблем. Если полетит, то видит. Но здесь достаточно хорошее расстояние, это просто в масштабе. Идеально. Он летит туда? Ну, влево сначала. Ну, это... Пускай проскаутит. Мы постоянно, вон, наконец-то мы заимели нормального шныря, коридор? Который... Это не шныри, это член партии. Это то... Он хочет тоже подписать договор. Здесь коридор. Много шнырин. Мы можем создать для него специальный договор, в котором будут только обязанности. Шныря. Которые будут записаны как права. И что, да. Он, что он там видит? Внимательность, пожалуйста, от твоего имя. Когда он влетает в эту комнату. Ну, помнишь, что перед тем, как он полетел, он получил от меня инспирейшн? Да, плюс двоечки. Да. Я думаю, что он потратит, наверное, спот 10, 19. Плюс 2? Хорошо. Я уже посчитал. У него там еще Detect Magic, Dark Vision. Detect Magic, но он не хочет, у него как бы не постоянно, ему из-за визы придется выходить. Я вот не заметил. Ну, то есть раз он еще не заметил, то он по дефолту делал Detect Magic. Он кастует. Элементарий подделяет Detect Magic? Как у него, ну как он кастует Detect Magic? Ах, ты элементарий нарвался. Вот так вот. Нет. Вход в комнату. На подходе к комнате он ничего вроде особо не видит. Ну да, ну он залетает в комнату. Не, на харизму элементали... А там уже кастует. Ну да. Когда он залетает в комнату... Если элементали призваны, они по-любому излучают эту conjuration. Сначала он влетает, потом кастует и... Сначала призывает магию, а потом уже они на него влетают. Сначала, когда он вылетает... А он же невидимый летает. А, окей. Он кастует магию. А, его магия, да? Да. Он всегда появляется, когда кастует, да? Ну, как и все, это же обычный визибилити. И что? Ты же не воздействуешь ни на кого. Ну да, кстати. Да ты к мэджикам, это не враждебное воздействие, ты остаешься. А я-то что-то... Я слишком много играл в доту, ладно. Короче, он не появляется. Инвизибилити обычно нарушает... Все, hostile actions. Рачила, тебя надо домить и пушить. Окей, элементаль чем фонит? Ну если он... Ну смотри, если он призман... Если он то нормально фонит. Нет, если он призван, он фонит conjuration. Ну, короче. Призывом. Ноуп. Он типа сам появил. Ну, из эссенции. Ну фиг с ним. Значит, не фонит. Наверное, не фонит. Ну, насколько я понимаю, экстрапланары сами по себе они вряд ли магию изучают. Экстрапланары ли они? А? По логике. Хотя, кстати, да. Не, ну экстрапланары это все существа с других планов, которые нематериальны. Ну, то есть, в принципе, элементарий это... он должен фонить тогда, получается. Ну... Смотря как он сюда попал. То есть если он попал сюда посредством какого-то заклинания, которое уже произошло давно. Нет, он. Они через эссенцию попадают как-то сюда. Эссенция просачивается и из нее. Ну тогда, по идее, он не дул. По-моему, он не фонит. Ладно, а но что в комнате, магии... что он видит вообще? В комнате он видит просто комнату. И вот дальше, наверное, эту. А, да, точно. Оба кидают. Он тоже невидимый элементарь. Возможно, им насрать друг на друга. Что? Может, им пофигу уже друг на друга. Ну, может кинуть спот, надо прокинуть. Я что-то прокинул уже. А, ну он может кинуть спот и прокинуть 40, например. Какой у тебя этот? Хайд? Да. В инвизе? Очень большой. Нет, ну на слух. А, мусайль? Да. Я летаю. Ну и что? И крылышки не шелестят, нет? Ну, кожистые крылышки, ну, значит, какой-то звук, наверное, издают. Кидай, мусайль.
22. У меня на него... 21. Так, 18. Твой этот. Моему Санке 29. Yes. Плюс двоечки. Слух. Да. Мой слух еще. У импов нет слуха? А, есть. 25. Замечательно. Ты слышишь вот здесь примерно где-то... Да. Какой... Шляхтон, телефон вибрирует. У тебя сколько там было? Чего? Я уже запутался. 21. 21. А, замечательно, я тебя тоже слышу. Я бы, в принципе, улетал сюда вместе. Ну, так. По-моему, это нужно нарисовать, ладно? Ну, ты рисуй, но как бы им драться не собирается, если что. Короче, смотри, ну, если эта стена была фигментом... Прохода. Что? Про фигментов есть специальное правило. Фигмент и глэмер нереальны на самом деле. И не могут производить реальные эффекты. Они не могут наносить урон, они не могут поддерживать какой-то вес. Фигмент, глэмер. Фигмент. Ну, это тип иллюзий. Это виды иллюзий, короче, все. Да, сейчас скажу. Fucking Russians. Такс. Ну, фигмент это вымысел. Я буду пытаться не давать... На слух? Переграживать проход. Здесь тоже еще один голодный элемент. Инк, тайни. Ёшкин кот, да на себя? Скучный ты. Сюда посмотри. Кто скучный? Кот назвал скучно. Я понял. Там маленький, значит, что я скучный. Да. Дана. Отойди. Что за ролевые игры? Взял, Господи. Облетел несчастное, голодное медиум существо. Короче, и улетел. Ну не сволочь ли? Не, а медиум существо не пойдет за ним? Что? Голодное медиум существо не пойдет за ним? Оно пойдет, но когда оно увидит партию, если им полетит ближе к партии... Звук станет то, более конечно. Такой пс-пс-пс. То оно возвращается обратно. Ну, потому что... Ну, короче, шеф, там что-то летает, но я его не увидел. Перевожу. Почему кто-то летит? Не наверх. Да, пойдемте наверх. В конце концов, нам... Если мы сейчас пойдем наверх, а тут что-нибудь прилетит... Да, давайте посмотрим еще эти коридоры. Ну, типа, мы посидим-то. Нам-то что? Мой прошлый маг сказал, что в коридорах ничего интересного нет. Куда прилететь, не идти наверх. Твой прошлый маг сейчас сидит пойманный непонятно кем и чем. Я бы не особо доверял ему. Ваша партия сдохла. Да. Потому что твоему магу я бы не особо... Какого-то другого сказано не видел. Полной силы и энергии, лучше пойти наверх. Твой маг сказал, что здесь в коридорах ничего интересного. Да. Но нам вот уже докладывают, что в коридорах есть какие-то зерно. Посторонние. Я сильно изматываюсь, когда имп туда летает. То есть мы посторонние. Я говорю, в коридорах что-то постороннее. Так мы посторонние в этих коридорах. Они ничего не знаю. Они их жители. Мы сюда пришли. Их жители тут дома, собственно, скорее всего. Ты разговариваешь со жрецом. У них, понимаешь, у них немножко другое мировосприятие. Они куда пришли, они вот сюда пришли. Да. Они сюда Бога принесли. Я пришел. Своего. Всё, тут моя родина. Кто солнышко? Я солнышко. Да, дом там, где Бог, а Бог в сердце как бы. Да. Ну давайте в этот коридор. Пускай слетает эта мелкая паскуда. Левый вот, ну... Так паскуда сказала, что там кто-то есть в комнате. И там просто комната, да? То есть там никаких дальше проходов нет. А, здесь, в этой комнате есть. Там что ж ты не сказал? Я спросил тебя, что в комнате. Ты сказал, что ты улетел. Там комната, и там что-то жужжало. Ты сказал, что ты улетаешь. А, ну да, пусть улетает. Нечего там оставаться. Не, ну, ты можешь лететь в тот проход. Нет, не хочешь. А в самой комнате. Но проход же он видел, наверное. Я чувствую, я скоро буду таскать с собой 10 когортов воров. То есть буду брать вот так. Сегодня ты. Ты сюда. Так, у меня кончилось интересовать. Так можно стирать начать. Не хочу. Ну вот это нам уже может пригодиться. Возвращаться? Не пригодится, но вдруг. В общем, вот тот коридорчик, комнатка продолжается вот так вот. Мастер собирается разыгрывать с нами бегство. Мало ли. Так, здесь комнатка. Из этой комнатки вот так вот коридорчик. Он вот так вот. А, так это... Вот здесь... Он отсюда вылезет. Кто? Куда? Ну, это... Смотри, если он летит сюда, то да, он взлетает в этот проход, взлетает сюда. Если он летит сюда, ну, здесь просто комната, уже без всего. Только этот проход. Если он летит сюда, то он взлетает обратно в эту комнату. И снова слышится жужжащий. И он сваливает. И он снова прокидывает тот же трюк, это обманывает элементали и обратно к нам. Шеф, комната что-нибудь разная. Находит там? Нет. Не знаю. Он не ищет, он смотрит. Золотые статуи великих героев. Нет, я думаю, комната без ничего говорит. Богато выделанная там. По той же схеме, да? Да. И там тоже... Тоже к
конечно, ну не я. Строили явно хафлинги. В комнатах там есть что-нибудь вообще? Сказали комнату без ничего. В этой комнате лежит труп. Живой? А. И мне опять тебя нужны муфсалис и слух. А вот меня? А, тоже вниз. Муфсайлент ли? А труп чей? Муфсайлент ли? Имп-то не знает, наверное. Наверное, вора. Не, ну человек там конкурент. Муфсайлент ли может не кидать? Волшебник может быть даже. Слух плохой. Хотя волшебник 13. Ты не пошел туда? 13. Нет, вор, ты их не слышишь. Их. Здесь лежит, да. Здесь лежит труп. Вор. Ну фиг его знает. Человек. Он подлетает, человек. Так смотрит, типа, о, что там. Замечательно. Начинает рапиру доставать. Надо же убедиться, что он мертвый. Ну как смотрите, как человек, не человек. Человек. Ну вор, например, инструментарий соответствует. Воняет сильно? Не особо. Ну, начинает. Разложился нормально? Начинает. Сколько здесь лежит? Медицина есть? Сейчас начнется. Да, определенно. У Импа сейчас... Он уже мягенький, так это вот ламовый себе кусочек. Нет у него медицины, вы что? Ну тогда немножко разложился, скажем так. Ну ладно, Имп летит назад. Короче, шеф, в той комнате кто-то гнилой. Вроде все, ну там труп. Возможно, твой. У твоих сопартийцев было что-нибудь ценное, друг мой? У некоторых были ценные вещи. У мага было много ценного. Так, мы знаем, что маг живой, поэтому мы туда не идем. Ну, возможно, на обратном пути зайдем. То есть мы понимаем, что это не маг. Маг-то ценил. Но это мог быть вор. Маг живой, потому что когда я скраил, я знал, точно я понял, что маг живой. Ну, понятно, но это мог быть вор. А вору могло быть что-то ценное. Он погиб, я не знаю, это может вообще не он. Так что, в принципе... Даже не идёт. А Имп там что-нибудь слышал? Не слышал? Что, нет. Он ничего не услышал. Не слышал. Можем пойти туда и почтить моего сопротивника. Ну, это твоя забота. Мы я вам иду и смотрю, тебе компанию. Что там с трупом? Ну что, идём только мы. Кто подойдёшь? Кто заходит первым? Я, само собой. Ты, само собой. Я туда не иду, я туда иду. Ты заходишь первым? Нет, не иду. Да, я захожу первым, да. Ты аккуратненько... Внимательность. Спорт. А, стоп. Ну да, мужики с внимательностью, в основном слух. Угу. Внимательность. Да. 22. А слух? Ну, учитывая, что мы не видим и того. А слух 10. Вау. Ты все-таки ничего не слышишь? А где мы? Ну, я могу что-нибудь заметить? No, они невидимы. Нормально. В смысле, вы на первых, как обычно, да? Да. Ладно. С люлей получу. Естественно. Так. Опять с тобой меня сделаешь? Что? Ничего. А зачем? Так. Сюда. О. Лапчик. Сюда лапчик. Мы идем с этого за ним. Хочешь сюда? Внимательности что? У них бонусный раунд. Что? Внимательность. Вы еще сзади забора. Здесь эти коридоры, угу. Они уже тех, да. Они именно так 5 футов примерно. Бедный повод. Это да, ты не любишь монах. Почему? Почему он ходит первым? Он не ходит первым. Туда пошел жрец, а за ним пошел монах. Не, монах сказал, что я захожу первым. Проходит первым. Да. Монах сказал, монах получает. Они там из такой страны, которую только он знает, как похоронный обряд, наверное, проводить. А что за страна? Я не знаю. Ну, все ничего не знают про похоронные обряды. Они не умирают. У них есть легенда, что они все живут до бесконечности. Просто в старости самые крутые уходят в горы. Там, значит, вечно сидят. Так, мумифицируются. Этот тебя пытается схватить. Он попадает в твое С. Все, выпусти. Может, монах туда поставим? Да, зачем? Монах. Схватить меня пытается? Да. Так. Заграблить, в смысле? Да. Я там стою дальше по коридорчику. Допустим, где-то так. Как это все выглядит? Они невидимые, да? Угу. Ловкость? Сила ловкость. Да, мне так. Без разницы, в принципе. У меня... чего там? Подожди, сначала оно кидает... оно пытается... В атаку я попала. У него improved grab. А стрипать у нас надо? У монаха? Нет. А, у этого существа.
14. Интересно. А на тебя хватает? Пока все. Ну, кричи, что ли? Что мы видим? А, меня схватили, помогите. Тана, что мы видим? Монах начинает орать. И скручивается в неестественный пони. Кул. А, да. Это пакость. Эта пакость становится видимой. Вы видите такое... О! Знание планов, да? Да. Ну, касается. Да, это касается. Матушка. 36. Знаю. 36. Замечательно. Ты прекрасно. Там такое расплывчатое существо. А, такое красновато-оранжевое. Такое все воздушное. Это элементаль воздуха и зла. Воздух и зла. Да. Воздух из зла. Как называется оно вообще? Дерьмодел. Сходи. Breath Drinkers? Угу. Слишком много дерьмодел. Пьющее дыхание. Да. Я так попыхиваю. Какое интересное зрелище! Пьющее дыхание в процессе попытки поглощения да, своей жертвы. Так это любопытно! Он не особо живучий, но он обычно невидимый, он имеет неплохое сопротивление урону, и он обычно хватает жертву и начинает выбивать из нее дыхание, вот, поднимая при этом конституцию. Ну я понял, у них что, ДР какой-то, да? Да. Какой? Так, флэйбай так это понятно, импульс инициатив. Эрмастри. О, господи, Витана, это же из тройки. На плюс один, что ли? 10 плюс 1, да. Нет ничего. Ну, 10 плюс 1 обычно конвертится в 5, который пробивается в мочи. Что, инициатива? Инициативу кидаем. Да. Лайк и босс. 8. 10. 7. 10. Окей. На локости больше не очень. О, ну сколько? У меня 20 на локости. Ну, это ж много. 4. Так, твоя. 10. 10 маг. 8. Что у нас так сенсивает? Говно. Просто говно. 10. Сколько локости? Его 10 больше, мои 10. Окей. Мои 10 больше. Вы 10. Жрец. 2. Да что не так с вами? Арк. 7. Что так? Я сегодня просто быстрый и активен. Элементарь ходит на свет 24. Так. В кои-то веке враги ходят первыми. Да, в кои-то веке. От тебя мне нужно... Фортитуду? По-моему, да. 5 ракеток. Сейчас у него полетит. 21. Восхитительно. У меня к тебе никаких вопросов. Yeah. Он пытался вцепиться в тебя в рот и начать с тебя выпивать, собственно. Французский элементарь. Мне интересно, он материальный или он... Ну да. Yeah. Типа того, он пытался тебя в дыхание вытащить из легких, вытащить весь воздух. Но ты слишком пахнет. Он монаху сказал. Второй в это время... Взамен монах вытянул его воздух. Да. Второй в это время пытается... Затянулся, так знаешь, у них был челлендж, он так типа... схватить. Вдохнул его в себя. Он критично проваливает. Какое-либо за поведение засасывало их. Так, ты в грапле. Я уже в грапле. А, ну фиг с тобой. Ну какая разница? Тут тоже может его граплить без проблем. Все грапли. Все могут граплить. Это ротиком. Я подумаю, чтобы он забавно мог сделать на его критичную единичку. Ну ладно, если граплить, то ничего. Вряд ли он что-то может сделать на единичку, когда его только что скрутило. Да. Дальше у нас ходит нереально на 10, которые более 10. Я хорошо. Большая десятка. Хорошо, ты можешь попытаться выбраться? Это весь экшен. Может. Escape Artist у тебя есть? Mm? Escape Artist есть у тебя? Да, есть. Вот кидай его. Потрясающе. 34. Из 20-очка на кубике. Это второй монстр вроде как. 3/5. Сколько? Это не 3/5. Это тройка. Там тройка. Если ты просто смотри. 20-ка на кубике. Смотри, и DR, еще 14. Плюс 1, это еще чего? Там есть брошюрка, как конвертишь монстров из 3. 20-ка на кубике и вообще 3, 5. Там не сложно, в основном так, отличие в DR. 34 в сумме. Слушай, я даже кидать не буду. Ты выпутался. Я король. Да. А дальше у нас ходит меньше десятка. Ты. Делаешь что? Да не меньше десятка, я не торгливая десятка. Ты где-то за мной, да? Рядом со мной. Ну, я примерно дойду до них в теории.
Ну, проблема в том, что тебе там стать нормально некуда. Я тоже думаю. Ага. Арх, ты там протянешься вообще? Ну, либо протиснуться мимо него, но тогда ты получишь атаки в opportunity. Ну, что, я совсем дурак. Так, ладно, я достаю свои четверочки, потому что я скоро хожу. Ну ладно, я просто тогда подвинусь сюда. А этот парень идет сюда. Раз, четверочка. И... А, Magic Missile? Да. Ну, так что ходит? Что происходит? Ты ходишь. Я подошел, вон, за жизнь спрятался, а... Пса, а тень? Пса сюда поставил. В смысле, это вот тень? Ну да, часть. Похоже на большого пса. Дальше ходит. Это волк, которого делал ты в своей компании. Я так подпыхиваю трубкой. Сгуан. Произношу короткое слово, делаю жест рукой, вытягиваюсь, у нее 5 ракет фиолетовых из чистой силы вылетают и летят в того, кто граплил его. Они оба пытались. Они, ну, первого, который справа, который заграл. Который удачно. Да. И я и бормочу такой, ну сейчас мы проверим, как на них действует чистая сила, да. Так, а какая двадцатка? Так, 8. Плюс 3, 11. Смотрите на эти цифры. Плюс 3... 14 и плюс 5, 19 урона. 19 урона, окей. Каким дохлым, бесчестным существом, 19... А, стоп, слушайте, это вниз 60 хитов. Дэр пробивает спокойно. Угу. Это не плавится к этому. Это вообще форс. Да, форс, форсу, к слову, к силе ничего вообще не применяется. Окей. Пробивает все. А, и дальше у нас ходит на своей гордой семерке Арх. Ты не пройдешь, Арх. Почему? Не, он протиснется. Я, да, без проблем протиснусь. Давай. Он просто немного-то узковат, немного узковат. Давай купим тебе какую-нибудь шмотку, которая позволяет тебе принимать газовую форму. Чтобы внезапно появлялся за спиной. Знаешь, если я буду здесь применять газовую форму, что с вами станет? Сдохните все. Мой сыр до сих пор не привыкли к нему. Проблема в газовой форме в том, что там, по-моему, у нее 10 футов скорость передвижения. Неторопливый огур. Зато через стену. Да, не через стены, а через дырки всякие там. Итак. Допустим, я стою где-то, где я стою. За магом. Допустим, за магом. И протискиваюсь. В общем, я трачу все, весь свой раунд на то, чтобы вот протиснуться куда-нибудь сюда. То есть от него получу атаку в оппортунити. Угу. О, 23-й. Понятно. Не он смешно. Он пытался. А сколько тебе? 29. Жрец. Откуда? Откуда? Ростовой щит. Кольцо защиты, доспех. А сколько ростовой щит? Троечка. Какой ростовой щит? Кто-то сказал Tower Shield. Я все слышал. Откуда у тебя 29? Откуда у тебя ростовой щит? А, подожди, ты еще модификатор консты на броню взял как-то? Нет. Рассказываю. Full plate. Ну хорошо, плюс 8. Сколько? 8. Плюс 9. Ну, плюс магический уже магический. Да. Плюс 9, хорошо, 19. Щит да даже и базовый full plate. 3-4. 3-4. У меня есть 23. Ring of Protection. Сколько? 1? Да. 24. Амулет of Natural Armor. А, вот он. Где отсюда, короче? И просто Natural Armor мой. А, у него еще есть... А что? А что значит? А они же не стакаются. Стакаются. Амулет стакается. Он дает enchantment бонус to Natural Armor. Он стакается. Ого, какие двоечники. Ну ладно. Что у тебя на щите? Что? Щит сам. Щит плюс обычный, один. Обычный щит. Плюс первый. У меня есть специальный фит, который дает мне плюс один армору, когда я пользуюсь щитом. А. То есть щит троечка плюс... Жрец, ходи. Эльс, жрец. Сам щит дает двоечку, плюс единичка за enchantment бонус, и плюс единичка за то, что я его держу в руках. Я так ловко умею им пользоваться. Угу. То есть это фитами? Да. Можно потратить еще один фит и взять еще единичку. Так, жрец говорит, блин, это... У меня всего-то 10 читов.
Сколько у тебя хитпоинтов? Хитпоинтов тоже немного слышу. А, ну 4. Я ж возле этого, возле монаха, да? Тебя, наверное, это больше. Протекшн формирую на него. На меня? Да. А как к нему подойду, простите? А? Что? Я ж тебе драться не смогу. Так я на монаха. Так оно, по-моему, там радиусом каким-то нет. А, стоп, подожди. Нет, радиусом должен быть. Зачем возьми нечестно? Ты можешь. Ты их не пройти можешь? Сломанная херня какая-то. Но ты их не можешь толкать, этой штукой. Нет, ты можешь сломанная, пройти, но ты получаешь штраф. Ты с Dragon Magazine? В радиусе там. Разве? 5 футов. Нет, по-моему, к нему вообще не залетает. Можешь найти у этом самом? Protection from Evil. Или я путаюсь с Magic Circle against Evil? Protection from Evil только на одного человека. Да, ты путаешь, наверное, с Magic Circle перепутал. Ну, там немножко сложно, то есть там надо вычерчивать на земле круг. Может быть. И двигаться из него особо нельзя. Угу. То есть это как для себя, для защиты от всякого говна, который пытается... Protection from Evil в основном используется для... Когда ты делаешь планар бандинг, чтобы тот, кто внутри, не вылез. Там еще, правда, якорь нужно повесить, чтобы он еще не вылез этими... телепортом каким-нибудь. Так, я счастья. Хожу. Ну это уже немножко другое. Давай. Protection from... Что? Ну, например, Chaos. Так, этот разворачивается и кидается хватать тебя. Ах! Меня хватать? Да. Кричер тащит. Потом подумай. Все. Он подумал. Он хватается за колено. Подожди. Что делаешь? Он подумал. Нет. Он не настолько тупой, как тот. Он подумал лучше. У него с грэплом со мной вообще ничего не получится просто. Я его сам заграплю. Я поняла. Одной рукой. Ладно, него продолжают. Ты чё? Вот если монаху уже бесполезен, они тебя бьют. Ага. А, сейчас фланг. Один пытается попасть, один проваливает. Второй пытается, второй тоже проваливает. Они оба полные бездарности. Дальше у нас ходит большая десятка. Кого этих атаковать? Шустрая десятка. Такой, которого я ракетами высадил. Да. Тот, который мне первых хватал. Да. Наконец-то шквал. Я у него 19 ракет. Ракетами. А так, конечно, так много, но тоже неплохо. Так. Ну, на кого еще тратить первого левельного склада с другой стороны? 19 опыта? По-моему, да. Да, попадаешь. А там же еще минус за 7. Это одна атака, вторая. 24 попадаю. Попадаю. Попадаешь? 15 попадаю? Нет, не попадаешь. Окей. 15. И снова 15. 30 урон. Восхитительно. Он злится. Начинает сиять ярче. Посмотрите. 30, 19. Ну, уже немного осталось, походу. Дальше у нас ходит меньшая десятка. Неторопливая. Я тогда иду сюда, получаю вот этого атаку. Ты безнадежно с их атаками. Да, безнадежно. Ты стукнул в разок. Что-то на 29. Это без проблем. 6, 6, 5. 17. Правильно. Великолепно. А дальше у нас ходит арх. Крест на крест. 31. Двадцать пять. Ладно, можешь дальше не кидать. Этого нет. У него там осталось столько китов. А в следующего 26. Я вот видите, думаю, твоему плогу, наверное... Урон. Наверное, неинтересно жить в этом мире. Очень. 7 плюс 12. 7 плюс 12? 19. 19. Он Evil Outsider? Да. Единичку. Ой, замечательно. Вот удобнее отнимать. 20? Что? 20? Да. Ровно. На единичку больше, да. Чем мой самый... Слабенький, простейший справа. Подожди, а у тебя не магическое оружие? Да. Магическое. Магическое. Ну такой не тайр не применяется же, правильно? Да. Нет, не применяется. И я его не учитывала, мама. Ничего.